Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в Dynabash 2 «Путешествие во времени». Так, давай заберем, наверное, наш сундучок ежедневный, само собой. Так, 1200 монет. Так, защита и два пушечных дракончика. Назовем их пушечные дракончики. Так, итого 3595. Насколько я понимаю, прокачки у меня нет вообще никакой. То есть то, что есть, мне недоступно по деньгам, по моим финансам. Так, ну что, я вот думаю, либо нам проходить опять на 3 звезды, блин, я не знаю, ребят. Или же попробовать пройти вот этот этап. Но это жестко будет, ну давай попробуем, фиг с ним. Что нас тут ждет? Ждет нас тут, по-моему, трэш, насколько я помню. Давай, бомбить. Ага. Так, ну ломай. Подери, что-то не клеится. Ядрен, матрен, там еще этот охламон идет. И вот, ребята, вот проблема будет сейчас как раз в уничтожении вот этого охламона. Он специально, что ли, стоит тут? Ага. Ладно, вспомогалку позовем. Что такое? Что такое лютый-то? Оу-оу-оу-оу. Ты сейчас, блин, серьезно? Блин. Это идиотка очень сильно бомбит, блин. От слова вообще практически, блин. Давай сделаем так. Ну и что у нас тут получается? Да. Да дребудень получается у нас. Да завалите вы, пожалуйста, эту хламонку-то, а. Мне нужно именно эту гадюку, ребята, шваркнуть. Понимаешь? Сколько там у нее еще здоровья-то? Есть. Так, мы ее накумарили, ребят. Мы ее накумарили. Так, давай вызовем этого бегуна. Допустим. Так, надо вот этого хлопнуть. Раздражает он просто меня уже.
Так, мы сломали, да? Я попробую сейчас, ребят, посмотреть, что у нас там хотя впереди. Да, я тут... Я тут буду до посинения один бомбить, если честно. Поэтому мне, ну, никак я тут не обойтись без помощи. Жалко, здесь нету этого дракона, который... Точнее, динозавра, который... Как сказать эти... Я одну звезду уже лишился, ребят. Почему не... Во! Давай, родные мои. Хорош. Так. Ты видишь, кто бежит? Ты видишь, кто здесь бежит? Так, подожди. Аж даже игра, ребят, подфизивает. О, там бегут. Блин, там бегут. Я даже не посмотрел, что меня, ребята, закумарили, а. Не надо фризить. Что за глюки, лаги, баги? Бежим, я догнал. Опять меня сейчас накумарят, да? Слушай, ну тут сломали. Так, прекрасно. Ребят, я прошел все-таки этот этап с одним сундуком, правда, но главное, что я получу... Тирексик. Да если бы Тирекс был бы у нас, ребята, в свободном выборе бы. Да, базара нет. Так, вот, мы получили, я не знаю, что это за... Фурия. Что за фурия? Остается только догадываться. Так, 6000 монет нужно. Здесь 3200, но это на хила. И тут 1000. Я что-то плевуна этого не особо, ребят, долюбливаю, если честно. Так что... Двигаемся дальше. Смотри, тут намного больше всего. Блин, я пробирку не взял. А, вот она. Пробирка — это как заклинание получается, ребят, у нас. А, все, я понял, что такое пробирка, друзья мои. Это идет усиление. Это идет усиление наших динозавриков. То есть они как бы становятся ярыми. Ну да. Ай-яй-яй. Они сразу наносят очень много урона. Агрессивно себя ведут. Слушай, ну это круто. Так, ладно, пока здесь разбираются, я... Но очень-очень неплох. Как бы сказать, очень неплох вот этот вот флакончик.
который придает очень много, скажем так, сил моим динозаврикам. На... Чё, подними меня сейчас. Твою налево, блин, так ломо... Вон, это викинг, варвар, я не знаю, как его назвать. Он раздражает. Особенно бесит вот этот вот домик. Этот деревянный хибара, который раздражает просто. О! А ну-ка. Просто посмотри, какая скорость атаки, ребята. Просто неимовернейшая. Просто неимовернейшая скорость атаки. Уничтожает все на своем пути, ребят. Да, да. Тут я получаю два сундучка. Так, а здесь? Чуть-чуть не хватает для прокачки. Чуть-чуть не хватает для прокачки, ребята, определенного динозаврика. О! Так, что-то мы получаем с тобой. Сколько чего? Так, 800 монет, 2 самоцвета, плевальщик, вот. То есть мы можем прокачать вот этого парня. Я думаю, он стоит того, чтобы прокачать, и, наверное, все-таки прокачаем вот этого. Больше пока я ничего не могу. Единственное, что могу себе дистанцию немножко, ребята, увеличить на атаку. Ну что, здесь у нас новый динозавр, друзья мои. Мамонт. Стоит ли мне брать вот эти вот? Возьмем. Возьмем с тобой три фляжки эти. Заклинаний мне дали мало, к сожалению, здесь. Да ладно. Подожжем. А защита ставится только... А, защита ставится только на меня, ребят. Так, такое ощущение, что... Что звук бомжихи. Сейчас бомжик, что ли, прилетит? Что за звуки? Блин, фигня получается, ребят. Где мышка-то? Мышку-то потерял, блин. Вот она. Эх, долго-долго мы с ними тут. Так, спнул его, правильно, молодец. Скачи, родной мой. Я не могу понять, почему фризы вот эти начинаются, а? Заморозненько. Типа я издалека буду такой, оп. Да, атака. Атака оставляет желать лучшего, друзья.
домик спалить. Плевун хорош, да, хороший, ребят, плевун, но... Ой! Да. Как ты меня заколебал, а? Болван этот. Больше никого нету. Да, конечно, больше никого нету. Бомжиха, друзья мои. И она влупила. Вам же буду жарить. Ну, по мере того, сколько. О, звезда, ребята, занимается. Зажгу бомжиху. Все, я ее уничтожил, друзья. Ну, как сказать-то тебе. Ну зачем вот эти вот фрезы нужны? Я не понимаю. Сфига они тут. Они не проходят, ребят. Я не знаю. Оно только усугубляется. Да, быстро-быстро они, конечно, тут ушатывают. Хибара это достал уже, а. Ну... И все ближе, 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 ближе к моему этому, к нашему яйцу, которое мы защищаем, блин. Гад, я тебя уничтожу. Помощник мой помог мне, молодец. Так, сейчас еще. Ага. Да, была бы пробирочка бы у нас, мы бы давно бы их уже разобрали у всех. Но пробирочки у нас нету. Терекса надо вызывать. В Терексе вся сила, ребят. Дорого, дорого он стоит. Вот он, друзья мои, мамонтенок. Но мне кажется, мамонтенок это обычный страж. Да, да, мы освободили, друзья мои. И прошли всего лишь на один сундук. 3500. Блин, фрезы, конечно, вот эти ребята очень напрягают. Я не знаю, почему они... Так. Мамонт.
1000 монет в плюсике. Так, ребят, ну что, у нас следующая миссия за сундук. Тут вон что дают. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну давай я возьму еще одну, наверное, флягу. Ой! Я флягу, ребята. Короче, продинамил я флягу. Как долго вот это вот копится? Ну как долго оно копится? Ну сгорит уже. Плювики, помогайте мне. Ты серьезно, блин? Поджигаем. Да как-то... Так, это сейчас запалим. Не до викинга этого. Дуримара. Хорош. Так, побежали. На эту дурочку не надо было огонь тратить. Ломаем, ломаем, ребят. Перегородку эту. Прекрасно. Ну, конечно. Я офигею, блин. Один удар, все, все, никого не осталось, блин, живых. Кто там хиляет? Что-то не по... Иди отсюда! Бесполезные плювики, вот без... просто беспонтовые. Бомжиху надо, бомжиху, ребят, в первую очередь бомжиху надо уничтожать. Не будет бомжихи, не будет у них вот этой вот силы, блин. То есть мы с ними разберемся. Так как бомжиха это лезет постоянно, блин. Очень сильно нервирует. И вот этот дебил нервирует меня. Так, минус бомжиха. Ай! Куда ты кинул, Рэй? Ё-моё, блин. Ну... бомжиху запинали. Я надеюсь, больше не будет их. Надежда умирает последний, да? Я мамонт так вот посмотрю сегодня. Дадут мне такую честь глянуть на этого мамонта, что он себя представляет. Посмотрим сейчас. Твою-то налево, блин. Что он делает, не пойму я, мама. Он атакует. Как-то...
Он атакует, но как-то... Даже не знаю, как сказать. Не могу сказать, что слабо он атакует, но... Завалил. Да деревянный дом этот... Заскулили, блин, псины. Как же слаб у меня огонек, ребят. Как же слаб у меня огонек. Это нужно еще три раза, блин, по бомжихе попасть, чтобы она сгорела в аду, блин. Три раза, блин. Ну, уже в данный момент один раз, ребят. Так, вот этого я, наверное, добью. Такие звуки... Куриц какая-то там кудахчет, блин. Ну это что это? Ну что это? Это удар плювик называется, это удар фигулика называется. Блин. Ой, а уже и чё рядом? Ю! Да я парсы ты! Сейчас разнесут, ребят, яйцо. Уже начинает ломать. Та-та-та-та-та. Блин. Совсем, блин, не весело, ребят. Совсем не весело. Какие тут веселушки, может быть, когда... Ага. Так, ребят, ну что, мы доползли с вами до последней защиты. Опять одна звезда всего лишь. Ну тут главное и так-то пройти. Ну куда ты вышел, а? Где отсюда? Бежит он там уже. Сюда смонет еще в плюсе. Сундук. Открываем, смотрим, что нам тут выпадает. 800, всего 800 монет, 3 самоцвета и 5. Ты понял. 5 плюнов. А нам не открывает, ребят, следующий этап, потому что нам не хватает 7 звезд. 7, ребят, 7 звезд. Что же делать-то? По идее, надо, ребят, проходить старые этапы и пытаться их пройти на 3 звезды. Пытаться их пройти на 3 звезды. Блин, а вот этот вот сложный уровень. Это же, по-моему, где орда будет на нас ползти. Да-да-да, ребят, это где будет на нас ползти орда. Ой, а это вот как я. Oh, my God.
Так, посмотрим. Вот опять эту мышку теряю, блин. Давай, 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 друзья мои. Так, слушай, ну есть шанс на 3 звезды пройти, ребят. Просто огромный шанс на 3 звездочки есть пройти его. Смотри, на 3 звезды, друзья мои, пришли. Что не удавалось мне в прошлые разы сделать. Так, шикарно. Здесь вот огонек бы мне прокачать бы, конечно, было бы круто. Чуть все 100 монет дали. Так, ребят, ну это мы миссию выполнили на 3 звезды, очень даже неплохо. Брать, не брать. Была, не была. Взял. Свой страх и риск, ребят. Опять. Давай, плювики, помогаем. Так, с этим разберусь. Хорош. Пусто было, да? Шикарно. Так, что надо мне сделать? Заморозим. Да ладно, он, блин, бежал, бежал, споткнулся, ушел об этого голодранца. Так, там бегут. Ну-ка. Просто же я так брал ярость. Допустим. Ломаем, 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 друзья мои. Ломаем все им, ломаем. Оу, оу, оу. Блин, знал бы, надо было тут бомжиху-то применять. Ай-яй-яй. Ну тут, наверное, надо уже на Терекса копить. Тут... Сейчас я попробую, ребят, на Терекса накопить. Его призвать, само собой. А тут уже и плювики, и все остальное пойдет. Просто сдул их всех, прикинь. Я думаю, что Терех здесь, наверное, пока сам справится. Ну да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, звезда под угрозой. Есть.
Прикинь, успел, друзья, посмотреть звездочки пройти. Ха-ха-ха. Абрир. Абрир. Так, тут еще 440. То есть мне 5715. Оу. Еще и тут сундук получил. Так, ну что, 6000 у нас монет есть. Это значит, мы можем с тобой. Вот, вот этого парня надо прокачивать, потому что, ну, он, ребят, хорош. Он хорош, да, он сбивает, он пробивает. Он мне очень сильно помогает в таких миссиях. А у него только первая прокачка. У него только лишь первая прокачка была. Медика, ну, не знаю. Можно, в принципе, было бы медика, наверное, прокачать. Но мне надо что-то вот из этого еще тоже качнуть. Ладно, ладно, уговорили. Медика, ребят, медика, а потом по возможности Терекса. Что тут у нас? Тут у нас ничего хорошего, если честно. К слову, совсем ничего хорошего. Как ты долго так бомбишь-то? Идет голодранец. Я его, ребят, щелкну сейчас. Да ты серьезно, что ли? Ну. На тебе пламенем. Ломаем. Медика, медика, медика. Нужен мне медик? По идее, нужен. Ну, мне кажется, лишним бы он точно не был. Так, я думаю, пригодится. Все-таки я, ребят, позвал медика. Пускай, как говорится, приходит нам на помощь. Хиляет, вот что хочет делать. Подожгу тут хибару. Да, 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 да. Пришла, явилась, блин, не запылилась. Ну как же без нее-то? Как же без бомжихи-то, блин? Без бомжихи-то, ну никак, друзья. Прям вот вообще никак. Просто берет с удара и всех сносит. Я ее сейчас попробую запалить. И заморозить еще. Че они там ломают? Они... Дом, что ли, этот? Точно, ему дом помешал. Ну и бомжик уничтожили. Все, ребят. Давай, 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 наяривай, блин. По-моему, я уже там в лицо получаю. Ну? Давай, ребят, на 3 звезды идем. Кто-нибудь? Есть. 3 звезды мои, ребят. 3 звезды мои. Крут. Крут. Так, ну что у нас? 350. Так, прокачивается на прокачку еще ледяной комок. Тут опять же 350 и опять же ледяной комок.
Замечательно, шикарно. Шикарно, ребят. А энергии у нас больше нету. Будет доступно только через 20, ребят, минут. Ну что, я считаю, сегодня неплохо, неплохо мы продвинулись. Очень меня порадовала фляжка, которая дает усиление нашим динозаврикам. То есть они в ярость впадают, начинается, ну, просто кромешная такая суматоха. И нам нужно еще получить 2 звезды для того, чтобы нам дальше открылись дополнительные миссии, ребята. Ну а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.